ароматной пеларгонии. Да. И к нему еще вот эту лару. Сегодня я насмотрела. Пеларгония. Очень красивая. Она крупнее, я так понимаю, чем... Она вот как Милфи Роуз, вот такая же. Угу. Только у нее набитые шапки прямо вот такие, да? Я не знаю, как ты называешь. Та, которая розочками сидит. Ну, которую у меня дала? Да, да. Но она, у нее она более компактная. Нет, я говорю, что цветы такие. Цветы, да, да, цветы, да, крупные. Цветы крупные, розами и раскрываются очень. И шапки плотные. Шапки плотные. Так, сейчас я, сейчас. Так. Здравствуйте, девушка, а вы свои сеянцы уже куда-то дели? Разбазарили? Ну, я не вижу разбазарить. Нет, почему стоят? А, смотрите, покажите. Во-первых, это вот этот вот. Это, ага, будет, это вообще первый раз показано на стене, на выставке. Это Мальдива будет. Она кто? Она вообще за нами? Она наполовину за нами. Да, наполовину за нами. Вот. Во-вторых, впервые вот показывала куколку, которая бестролистная. Ага. Как у нее какое-то джучмэпинг? Ну, лист может быть, а вот по укоренению она как фриков нынче. А, нет, да-да-да. Ну, потом вот за ним царевна стоит. Где? Вот это? Mm. Она тоже смесь? Нет, нет, она не смесь. Нет, она нет, возьми в руки, да, за крючок. А у нее очень коренастый куст, mm-hmm, и у нее но крупные махровые цветы, mm-hmm, с перегибами. Она что-то... На КЭС не похожа? А? На КЭС. Ну, может быть, чуть-чуть. Она чуть-чуть что-то есть. Что-то вот из, с ними нет. Ох, я даже она не похожа на такие коренастые бронзовые. Может быть, из Эдвардсов что-нибудь? А может быть, одно с другим? Но дело в том, что она более компактная, чем вот эти Эдвардсы. И я вот говорю, что может быть, она похожа. А ей сколько лет ваших уже? Здесь два. Два года, да? Просто смотри, вот сейчас Эмилия в той же цветовой гамме, она намного менее махровая. Хочу один, аккуратно, который репост, второй купить. Имейте в виду, что они оба довольно крупные. Зато красивые. Да, красивые. Ты не отговаривай человека. А я предупреждаю. Нет, а я уже просто писала, что я поменьше надо. Красивые. Давайте я приподниму, чтобы листья были видны. Вы к Коле подойдите, она вам покажет. На один. Вот, да, и еще, еще очень интересно, смотрите, вот такой вот. Да. Это шелк ракушка. Сколько Эмочка? Я видела Эмма на листике на форуме. Ирина, да. Эмма сколько? А Эмма по 900. А, я видела на форуме листики. И вот у нее вот такая цветочка. Угу. Но цветочки как лакомство.